Партию новейшего препарата для лечения ВИЧ-позитивных пациентов получил Киевский городской центр СПИДа. Медикаменты стоимостью более 6,5 миллионов гривен передал фонд Елены Пинчук «Антиспид». Таким образом, впервые в Восточной Европе люди со статусом ВИЧ будут получать антиретровирусную терапию за счет частных средств. По словам медиков, переданный сегодня препарат самый эффективный в мире. И кроме того, способен остановить распространение СПИДа в Украине. Человек, который принимает антиретровирусную терапию, не способен передать вирус. Ноль вероятности, что он сможет передать ее другому человеку. Поэтому если все пациенты, которые нуждаются в терапии, смогут ее принимать, они перестанут передавать вирус. И таким образом эпидемия ВИЧ-СПИДа будет остановлена. Наши усилия из фондом «Антиспид» Елена Пинчук. Мы зараз робимо такі речі, де люди можуть бути повноправними членами суспільства, використовуючи дешевые, на дуже ефективные препараты. Вот это один месяц жизни ВИЧ-позитивного человека. 15 лет назад мы даже не могли себе мечтать, что это у нас будет. А сегодня эта мечта доступна для людей. Надо прийти в больницу, получить препараты и жить, как все остальные люди.